AliExpress, открываем, смотрим, что там нам китаец прислал. Что же он нам прислал? Вот такие штучки он нам прислал. Это называется штекер, ТВ-штекер. Вот так они выглядят, глянь, как он смотрит, они пытаются разбирать посылку. Вот так вот они выглядят. Не настраивается. И накручивается на фишку. Ссылку на товар оставим в описании с Вадюхой. Качество, кстати, неплохое. Ну, а свою функцию обыкновенную они будут выполнять. Скорее всего, это не железо, это скорее всего силумин, но он как бы все равно только проводящий, как бы свою функцию будет делать. Все, всем пока. Ссылка на товар будет в описании.